Всем привет! Hi everyone! I'm just saying out loud right away that this live will be in Russian. I am so sorry! I promise I will do English lives, but not just yet, because this is so important for my Russian viewers. So I apologize in advance, so here we go with a crazy Russian, but we have a very, very pretty guest today, so you can still observe and join our company. We will be very happy. Всем привет! Всем привет, кто говорит по-русски. Добро пожаловать! Спасибо большое, что вы к нам подключились именно в прямой эфир. Добрый вечер, Родина! Доброе утро, Калифорния! У нас, как всегда, 10 утра. И сегодня у нас в гостях прекраснейшая девушка, безумный источник вдохновения для меня особенно. Это Екатерина Уханова. Давайте мы ее пригласим и поприветствуем все дружно. Так, сейчас мы подключим. Бум! Привет! Привет, Катюш! Здравствуйте! Доброе утро, Лиза! Доброе утро! Да, я всех приветствую! Добрый вечер, Россия, Европа! Да. Я так благодарна тебе, что ты меня пригласила на свое интервью. Да. И я очень-очень буду рада поделиться своим опытом о модельной жизни, карьере. И надеюсь, каждый услышит что-то полезное. Да, опытом, в принципе, полезным, интересным. Всегда очень интересно послушать про жизненный путь другого человека, который там добился определенных успехов. И если ты, например, мечтаешь переехать за границу, да, или развиваться как-то креативно, то Катя ваш человечек, она все расскажет. Да. Ну что, давай по порядочку. Во-первых, в каком городе ты родилась? Я родилась в городе Череповце, это Вологодская область. Я вкратце скажу, что это место славится своими кружевами, вологодским маслом. Реклама пошла! Да-да-да! Масло! Вы понимали, откуда я. И, конечно же, это моя родина, и я ее очень люблю, скучаю. Вот. И, конечно, большую часть жизни я все-таки прожила там. И менталитет... Он со мной и российский, и я сублимируюсь в американскую культуру потихонечку, и посмотрим, что из этого выйдет. Но оставляешь как бы самое полезное и прекрасное со своей родины. Обязательно, обязательно. Да. Много ли девочек с твоего города, много ли девочек ты встречала за эти годы? Честно говоря, ни одной. С ума сойти. Если кто-то из Череповцов нас смотрит, помашите нам ручкой, да. Череповец, Вологодская область, привет! Как ты оттуда уезжала? Расскажи, как так вообще получилось? Куда ты переехала первым делом? Я все-таки переехала сначала в Москву, и это все благодаря конкурсу «Краса России». Я стала победительницей. Ого! И для меня это был огромный прорыв, потому что, понимаете, когда ты растешь в маленьком городке, и у меня в детстве была непростая ситуация. В течение 10 лет люди говорили мне, сверстники, ты там некрасивая, делали нападки по поводу моего внешнего вида, зубы, уши и худоба. Мне кажется, многие модели с этим сталкиваются, но это на самом деле наложило огромный отпечаток на мне, как вот сформировались какие-то комплексы, но потом в 14 лет мне попался журнал Vogue, в котором я увидела русоволосых красавиц, очень худеньких. Я подумала, ой, а может быть, это что-то похоже на меня? У тебя внутри что-то кликнуло, да? Ты почувствовала что-то. Сколыхнулась, и я так, какая-то надежда зародилась. И все. И когда объявили конкурс, для меня это был просто подвиг, мужественный поступок взять и сделать что-то такое вопиющее. Понимаете, когда тебе говорят,
говорят, ты некрасивый, а ты берешь и делаешь. И я поняла, что это не о красоте, это о чувстве себя красивой. То есть это все идет изнутри, что ты достоин, и ты красивый в первую очередь для себя внутри. Понимаете? И потом ты будешь это излучать, и внешние данные иногда это не самое главное. Ты как будто ты как будто чувствуешь вот эту какую-то невероятную силу внутри себя, которая как бы рвется наружу и хочет себя проявить. И правда, и жизнь тебе дает обстоятельства, где ты можешь себя проявить. Понимаете, главное зародить себе это чувство и ощутить его, чем ты горишь, и все. Пошло-поехало. И не закрываться, наверное, да? То есть быть открытой к каким-то возможностям, каким-то новым начинаниям, да, не бояться, отделать. Да. Так, а скажи мне, то есть ты, получается, выслала фотографии на Красу России? Как это вообще все работает? Нет, в те времена? Все намного сложнее. Да, не так все просто. Там было несколько туров, 3 тура. Ага. Насколько я сейчас вспоминаю, я пришла на кастинг. Я думала, ну, тихонечко схожу, чтобы вот никто не увидел, чтобы никто не заметил. Если что, никто не узнает об этом никогда. И я прихожу на кастинг. Тогда, наверное, это был продюсер этого проекта. Она отбирала девочек. И, блин, телевидение приезжает. И просто меня заснимают и показывают в этот же день по телевизору. Я думаю, господи, какой провал. Меня показали. Теперь все, если меня не выберут, это ужасно. Я сходила. Ну, в общем, меня отобрали. И там видишь, даже целое... камера тебя сразу схватила. Да. Было целое видео-шоу, как, я не знаю, типа супермодель по... Русский. По-русски, да? Только это было в моей области. И в итоге там был тоже фотоконкурс, мы проходили разные испытания. И, ну, в общем, я дошла до финала, и это было огромное выступление перед... там, 6-тысячной аудиторией. Я помню, к нам приехала группа «Фабрика», и потом, знаете, самое интересное было то, что я каждую божью ночь представляла себя в короне. Вот она. О, вот метод, пошла методика, так, рассказывай. То есть я представляла себе, вот я стою на сцене, я улыбаюсь, такая счастливая, на меня корону одевают, и вот, понимаете, это все воплотилась, и на меня одели 2 короны. То есть там я выиграла «Краса России» и «Мисс Синема». То есть что-то в кино. Мы эту тему еще обсудим, да. Да. И так я поехала в Москву. Я сказала маме: «Мама, я хочу быть моделью». Решено. Я узнала, какие самые на тот момент были лучшие агентства. То есть меня никто никуда не приглашал. Я сама пришла. Вот тоже странно, ты была победительницей, но тем не менее никто не вышел, получается, с тобой на связь. Ну, ты мог бы участвовать в конкурсе дальше, ну, в Москве, но у меня уже была четкая цель. Мне не интересен был конкурс, мне уже хотелось стать моделью. То есть у меня уже изначально я знала, чего я хочу. И я пришла тогда в 4, по-моему, агентства, и меня взяли во все. Мне было сложно решать, что, куда, как. Ну да, потому что у тебя совсем не было опыта, да, ты не представляла, что ты делала. Да, но вот какой-то вот это конкурс мне все-таки дал вот эту вот внутреннюю уверенность, что да, я красивая. Я знаю, что я делаю, да. Да, я знаю, что я делаю, да. И, конечно же, это не то, что я ожидала, когда я приехала в Москву. У меня первая работа была, я стояла хостес, девочкой, раздавала, знаете, что-то, встречаются гостей. У меня был шок. Я подумала, как я? Я вот уже конкурс... Краса России! Выиграла, я стою здесь. Что происходит? Мне так холодно, мне хочется кушать. Что происходит, товарищи? Я не на это подписывалась. Модель это оказывается, да. Да, и потом все изменилось после того, как я нашла человека. Вернее, я сменила агентство, так недолго было, я сразу же в течение месяца
поняла, что нужно что-то менять, и я не боялась что-то менять. И я, извиняюсь, это мама мне звонила. Мама такая, что происходит? Как чувствует? Мама чувствует, да. Да-да-да. И тогда это был директор агентства «Президент» Наталья Дзиани. Она очень в меня поверила. Mm-hmm. Я не знаю, как вам это описать. Я впервые увидела в своей жизни, что значит агент в тебя верит. Потому что... Она еще работает сейчас? Есть ли это агентство? Я не знаю, но она тогда мне дала вот этот толчок. Причем я не была в самой своей хорошей форме, я вам честно признаюсь. То есть для модели того времени я была, ну, как бы полнее намного, ну, как... То есть если тогда, может быть, это было XSS, я тогда была M. И она мне сказала: Катя, не переживай, ты потихонечку приходи в форму, и мы будем работать. И все, и у меня пошли съемки в базар, Лафисьель, ну, русские, обложки пошли. О. Приезжает французское агентство, и все это в течение года. Приезжает французское агентство Major, и я подписываю с ними контракт. И все, я поехала в Париж. То есть, сразу Москва-Париж, офигеть. Да, то есть класс. Обычно, я насколько знаю, путь модели, он сначала у нас лежит через Азию, ну, у русских моделей, да? Зачастую, да. Да, в Китай, Японию, Сингапур, да, и только потом. Я тоже тут знала, что я не хочу сразу в Азию, я хочу в Париж. У меня мечта, вы понимаете? Париж, вот. Конечно. Я, да, отправилась в Париж. Отправилась в Париж, и у меня были... Я была как напуганный котенок, потому что знания английского языка... Не было. Вот. Вот хорошая, кстати, история для девочек, кто сейчас смотрит. Я не разговаривала абсолютно. Вообще не могла изречь из себя никаких слов, потому что, ну, вы знаете... В школе у нас не так хорошо учат, и я довольно-таки поздно начала учить английский. И вот этот был барьер, чтобы что-то из себя выразить. Как ты делала? Ты руками делала? Как ты справлялась? Честно говоря, я вот до сих пор, товарищи, у меня яркое воспоминание первого дня в Париже, когда я... Понимаю, что мне даны кастинги, и мне нужно их искать. Мне объяснили, как по карте вот этой бумажной все находить, и у меня шок. Как я это сделала? Я не смогу это сделать. У меня вот так вот до дрожи, меня все трясет. И ничего, сделал. Не потеряла. Справилась, да, да. Так что исправитесь вы, ребята, да. Дерзайте. Не надо бояться. Все. Возможно, и для меня был огромный толчок уже тогда в Париже, уже на втором месяце я сделала кампейн Givenchy косметический. Да, то есть это был такой прямо прорыв. И я знаю, что я была как-то сфокусирована, то есть у меня не было... знаете, очень часто модели приезжают, они, ну, вечеринки... Там пятница, суббота, воскресенье. Гулянки, у меня да, даже, да. Честно говоря, не было такого желания. Я была, наверное, зануда, ходила по паркам, музеям, как-то вдохновлялась. Правильно, правильно. Да. И все-таки я считаю важным, чтобы у тебя была свежесть. Понимаете? То есть ты должен смотреть наперед и заботиться, чтобы у тебя была энергия. Потому что энергия — это и есть решающий фактор твоего успеха. Насколько ты заряжен, насколько ты излучаешь вот эту работоспособность, позитивность и свою какую-то essence, это очень важно. Единственное, что для меня была проблема, то, что я не разговаривала особо на английском языке, никто не знал, какая у меня personality. То есть никто не знал, что я за личность, да? То есть, ну, я... Улыбалась, да, да. Да, но там уважительно относилась всегда к команде, да, то есть это тоже важно, уважать всю команду, там, визажистов, стилистов. Да, каждого ассистента самого маленького, да, важно. Да. Потому что каждый человек делает свой вклад, и ты
по итогу выражаешь работу всей команды. И вот, ну, в общем, ты творишь благодаря, да, этим, благодаря всей команде. Да, да, даже девочка, которая сбегала за булочками на завтрак, благодаря ей ты получила свою булочку, так что скажи спасибо, да, без нее булочки бы не было. Правильно, все правильно. Да. Скажи мне, пожалуйста, как твои родители вообще через вот такой вот, просто в течение года взрыв твоей жизни, вот как они это все видели, что они говорили, каково им было это все? Ну, у меня мама безумно была рада, потому что, мне кажется, она даже сама не могла поверить, что это происходит. Я не могла поверить, что это происходит, потому что тоже я могу сказать многим девочкам о том, что у меня всегда все равно был где-то на подкорке комплекс, что я недостаточно высокая, я недостаточно худая, я все время чувствовала себя что-то недостаточно. Вот это надо, не то что надо, хорошо было бы это отпускать и работать с тем, что ты, что у тебя уже имеется. Уже хорошее, да, сильное. Да, и сейчас время кардинально изменилось. Это не то, что вот как мы начинали 10 лет назад, да? Да. То есть сейчас модель ценится, это не внешность, а именно твоя энергетика, твои таланты. Если ты вышиваешь крестиком, ну, вышивай это на видео, тебя в кампейн возьмут. Ты любишь спорт очень. Делись. Говори об этом, рассказывай, ты творишь, да. То есть твори вокруг этого. И это уникальное время. На самом деле, сейчас я уже верю, что каждый человек может стать моделью, а именно ролевой моделью. Это не обязательно одежда. Да, картинка, да. Да, да, да. То есть модельный мир, он расширяется, потому что тоже сознание людей расширяется, да, мы более открыты к разным видам красоты. Наконец-то. На данный момент, да, потому что когда мы с тобой начинали, такого не было, да? Да, да, все были как куклы Барби, да, под копирку, это было очень печально, да. Да, поэтому сейчас уникальное время, чтобы вы заявили о себе, о своих талантах, если вы хотите делиться этим, если вы хотите вдохновлять, и вы считаете это миссия по жизни, то дерзайте. Дерзайте, да. Потому что мир ждет этого, людям хочется тоже заряжаться от примеров других людей и что-то в себе заново открывать, потому что там человек услышал, как один красиво поет или танцует, у другого тоже может быть зародиться это желание. Я же увидела 14 лет красивых девушек, шагающих по подиуму. Да, это да. Это была моя мечта. Да, 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 однозначно. Мне кажется, однозначно сейчас уже давно приелась просто такая плоская красота. Сейчас однозначно люди ищут, как ты правильно говоришь, уникальность, разносторонность, какую-то необычность. То есть, наконец-то, красота стала чем-то вот необычным, неординарным. Да, мне кажется, что это лучшее время, в которое можно быть молодой девушкой, потому что это действительно так вдохновляет идти, бежать и делать что-то, что тебе нравится, и рассказывать, кричать об этом. Мне нравится вот это делать. Посмотрите, что я могу творить. И люди действительно будут с удовольствием это все изучать. Да, и так здорово, что вот больше людей стало объединяться, да, как говорится, разные интересы, но в то же время мы более объединены, как ни странно. Ты можешь быть объединен уже со всем миром, благодаря там своему какому-то таланту или просто потому что ты что-то несешь в этот мир. То есть ты больше делишься, и ты больше получаешь. Да. То есть, знаете, как вот, опять же, мне нравятся слова Пастернака: цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех. Понимаете? То есть все равно это искусство, это умение давать. Ты... Это не важно, что просто как ты это, с какой душой, целью, да, то есть у тебя какие намерения, то есть ты это излучаешь из себя, свою эссенс, и это нужно чувствовать и просто делиться. Так, вот. Давай тогда поговорим, чем делишься ты в Инстаграме со своими фолловерами, что я обожаю больше всех смотреть, я самый главный фанат.
давай про твои таланты. И я хочу из множества твоих талантов два подчеркнуть. Это, конечно же, балет и боевые искусства. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла, откуда появился в твоей жизни балет, откуда боевые искусства, как вообще это все произошло? Да, Лиза, спасибо огромное. На самом деле, балет — это увлечение у меня было с детства. Никогда не было профессиональным, но в то же время я тогда еще почувствовала вот эту тягу к сцене, потому что, будучи ребенком, я участвовала в спектаклях на протяжении 8 лет, и это нужно было меня видеть в сценическом гриме, зеленые тени, розовая помада. Я несу, важно, костюм. Вонг, вонг. Да, на генеральную репетицию. Вот эта любовь к блёсткам, наверное, или пёрышкам заложилась уже тогда. И вот эта ответственность, как вот ты маленький артист, несешь что-то вот на сцену, да, ты вступаешь. Это так было важно. И тогда вот эта сила воли сформировалась, дисциплина. И вот до сих пор во мне это живет, продолжает. И я время от времени занимаюсь балетом. И потом уже спустя какое-то время, знаете, бывает же у нас up and downs, то есть нам иногда весело, иногда очень грустно. Конечно, в этом бытии. И я спросила себя вопрос, что бы я хотела попробовать, но всегда боялась. И у меня первый ответ пришел, это боевые искусства. Понимаете, мне всегда было интересно, но я понимала, что это челлендж, это, ну, мне казалось всегда, это огромные физические усилия, и когда я попробовала, меня уже было не остановить. Меч, палка, веер, вот эти оружия, ушу. Но потом у меня все равно боевые искусства трансформировались, я даже отправилась в Шаолинь храм в Китае. Я тренировала... Ты должна нам это рассказать обязательно. Да, да, расскажи, как ты ездила в храм. С монахами Шаолиня 7 часов в день. Это был просто вызов самой себе. Я практически не делилась об этом в social media, мне кажется, никогда, потому что это был такой сакральный опыт. Я духовный, думала, да? Смогу, да, смогу я это сделать или нет, что... Сама себе, как говорится, приключение устроила. Было невероятно тяжело. У меня были синие кулаки, синие руки, потому что я не умела не бить. Правильно ничего. Делать, так, правильно? Да, не умела. И ты там учишься, и там плакали мужчины. Вот было так тяжело, что там плакали мужчины. Но, товарищи, когда в конце срока там у тебя graduation, то тебе выдают как диплом. И мастер мне выдал специальный диплом. Говорит, то есть, да. Да, говорит, этот диплом я выдаю очень редко. Представляете? Да. То есть, подчеркну, я, может быть, не самый талантливый ученик, но очень трудолюбивый. Поэтому мне эта поездка дала взглянуть на многие вещи, особенно то, что чему меня там учили, это простой вещи. Делать все в правильное время. Есть, тренироваться, да, убираться. То есть ты проходишь самые какие-то базовые вещи, переучиваешься заново, да, вставать вовремя, ложиться вовремя. Понимаете? То есть иногда нам не хватает дисциплины, и это бывает залогом твоего каждодневного иногда счастья, потому что ты вот лег поздно, наелся, не можешь встать, ну никакой, все с бока на бок переворачиваешься с утра, и уже уровень энергии падает. Да. Я верю в то, что нету единой формулы, как добиваться успеха и как вот себя заряжать, да, каждый найдет свою, и самое главное чувствовать гармонию с самим собой. И тогда вот это вот уровень твоей энергии будет подниматься. Мама,
звонит. Мама не понимает. Она мне обычно никогда особо, ну, как бы звонит, но не так часто. Вот, и получается, ну, перезвони уже. Да, в общем, Шали мне дал много. Уважение, прежде всего, к студентам. Я с большим удовольствием тренировалась бок о бок с ребятами, и это... люди с разных стран, разных культур. Да, расскажи, кто? Мужчины, женщины, из каких стран? Да, мужчины, женщины, все с разным бэкграундом и образованием, все по разным причинам приехали туда. Кто-то действительно любит боевое искусство и хотел что-то изучить больше, а кто-то вот слабый, очень слабый, и хочет стать сильнее, да? Mm-hmm. Для меня это было вот... Да, вот зачем как, ты именно как... всё-таки ехала? Ну, вот такая мечта появилась, стать сильнее, крепче, и просто сами боевые искусства меня вдохновляют именно как движение, да? То есть для меня... Это танец в своем как... роде, правильно? Да. Как танец, с одной стороны, но в котором заключена огромная сила, потому что ты учишься использовать, ну, свое тело с правильным усилием. Там, где нужно, ты расслаблен, а там, где надо, ты напряжен. И ты слышишь вот этот баланс, его еще называют инь-янь, и когда ты умеешь правильно распределять эти силы, ты, собственно говоря, ну, эффективен, да, то есть твое движение выглядит хорошо, оно не только формы привлекает, но там огромное содержание заложено. Это очень невероятно, да. Да, очень многие боевые искусства, они, то есть выглядят красиво, но если углубиться, они не несут с собой смысл, потому что это не блок, это не удар, а просто красивое движение. Вот чему я сейчас учусь, это вот, чтобы всегда был заложен смысл, и вот этот баланс инь-янь переходил в жизнь, понимаете? Да, да, да. Ты становишься тактиком, ты понимаешь, ага, здесь я сейчас устал, я не хочу прилечь, да? То есть ты не будешь себя насиловать в течение дня бежать марафон. Ты прислушиваешься к себе, ты чувствуешь себя, а если ты чувствуешь себя, ты в состоянии почувствовать других людей. Безумно интересно, да. Да, я очень благодарна вот этому своему путешествию в боевых искусствах, потому что оно началось, на самом деле, больше с внешней формы. Мне понравилось, как это выглядит красиво, эффектно. Я! Веер! Да, я всегда говорю, как красиво с веером, боже, вообще! Да. И мне казалось, да, это так круто! Но потом, когда я начала больше углубляться в этот процесс, я поняла, какой колоссальный труд. И каждодневная дисциплина должна быть, чтобы отжиматься, приседать. А это... Отжимаешься ты вообще невероятно. Все, пожалуйста, после этого эфира Кате профиль, потому что у нее шикарные видео с ее вот элементами боевых искусств. И ее отжимания в сторис каждый день любой парень позавидует. Да. Катя, у нас есть вопрос из зала. Спрашивает девочка, туда можно приехать с любым уровнем или нужны какие-то базовые знания для храма этого? Я думаю, что с любым уровнем ты можешь поехать. Единственное, что было для меня почему-то сложно, я не знаю, как было у других, мне заняло где-то несколько месяцев переписки, потому что они задают много вопросов, хотят Интересно, понять, то есть у них отбор... Да, зачем ты едешь, какая у тебя цель, что для тебя там боевые искусства. То есть я так поняла, все-таки они пытаются как-то отбирать людей, но... Конечно. Может быть, это было только у меня так, я не знаю. Но, знаете, иногда вот ты в жизни помнишь яркие моменты, это было одно из самых таких... ну, незабываемых путешествий, потому что, представляете, ты месяц живешь в храме, ты ешь с монахами. Да, что вы кушали? Расскажи, что вы кушали. Потому что это буддийский храм, ну, я и сама вегетарианец.
Там вегетарианская диета, это рис, супы. Я была удивлена, но там столько было разных видов блюд. То есть овощи, тофу, там, допустим, два вида супа, макарошки, булочки рисовые. Не голодайте, в общем, совсем, да. Там кормили отлично. И тренера, и ты, собственно говоря, все это израсходуешь в течение недели. Когда ты не тренируешься, ты убираешь. Когда ты не убираешь, ты ешь. Когда ты не ешь, ты все как бы одно за другим идет, строгая дисциплина. И я помню, даже когда я спала, мне даже снилось, что я конфу убираешь, ты отрабатывала, да, движение? Да, да, да. И мне там, знаете, разные сюжеты. То есть мастер мой показывает приемы с мечами. То есть целое кино у меня уже творилось там во снах. То есть я вот настолько этим пропиталась, что они просто продолжали с вами работать во сне. Они скорее всего. И на самом деле у меня огромная мечта. Я знаю, что я, может быть, и только на 1% или 2% поняла, что такое боевые искусства, но у меня огромная мечта вот сняться в фильме боевых искусств. О, я тебя прям вижу. У тебя вот такие роскошные ролики. Вот вопрос из зала. Какая цена месячной вот такой программы? То есть что вот вообще по оплате этой всей поездки? Я ездила 2 года назад. Это было на месяц 1200. Это то очень дешево. Это еда. Вполне, это с едой, с проживанием, да. С тренировками бесконечными. Это очень дешево. Месяц прожить. Ребята, в общем, кто мечтает пожить в прекрасном шаолинском храме. Ну, конечно, придется очень активно поработать, имейте в виду, и вылезать его весь, и убрать, но если это мечта, пожалуйста, $1200, незабываемое. У меня есть такие iconic фотографии, где я с метлой, понимаете, и, может быть, когда-нибудь я это выложу, но это реально кино. И вокруг храма цветет сакура, понимаете, вот эти розовые цветочки. Ой. И мастер на заднем фоне. Ну, то есть... Вот так вот. Ты вот так вот делаешь так красиво. Я видела в твоих сторис, ты в 6 утра выходишь на пляж и делаешь вот эти невероятные... Да. А, это как это тай-чи. Называется? Это пасы или как это называется? Это называется тай-чи. Это люди обычно думают, что это как танец или просто какие-то движения, что люди двигают энергию. Это люди не двигают энергию, я вас разочарую. Я тоже так думала, да. Нет. Расскажи. Ну, на самом деле, естественно, у тебя там работает энергия, но каждое движение несет смысл. То есть вот этот шарик, который люди держат, да, это блоки. Это блоки, ты двигаешь руки плавно, да, то есть это все приемы боевых искусств. Но тай-чи считается уже даже следующим уровнем после кунг-фу. То есть кажется, что это выглядит проще, но на самом деле это нам очень сложно постичь, потому что ты должен быть как вода. То есть у мягких сеть, но когда надо, ты должен быть сильным. И один раз в Таиланде, я после Китая поехала в Таиланд. Рядышком, почему нет, да? Да. Я думаю, на самом деле тебе было бы тяжело из такого храма, кстати, вот, ребята, сами представьте, вы месяц живете в такой невероятной атмосфере, после этого вернуться в Москву, или там, ну, это, мне кажется, было бы немного травматично так сразу вернуться, да? Да, у меня была recovery, понимаешь? Да, да. В Таиланде. И там я познакомилась тоже случайно с мастером, который мастер тай-чи. И когда он мне показал вот это плавное движение, и просто этим же движением меня откинул на... Назад. Грубо говоря, 10 метров, понимаете? Я думала, что это какой-то черный мэджик, потому что я не могла понять, как он не приложил... Мягенько, да? Никаких усилий он не приложил, но в то же время это выброс был просто вот... Я думаю, все, этим я и займусь. Да, девочки пишут, лучше туда на месяц, чем в Турцию на неделю. Вот, да, полезно, да. Хорошо себе иногда задавать вот такие вопросы, что бы вам хотелось сделать? Может быть, это будет ретрит по музыке или по танцу, либо что-то
либо по написанию кулинарии, неважно, да. Но что-то, что вам даст больше и намного выхлоп, чем просто налопаться на берегу. Вот следующий вопрос. Проводили ли в этом храме медитирование и делаешь ли ты медитации сейчас? В этом храме у нас подъем был очень ранний, то есть это в 5 утра. Да, расскажи. И мы занимались чигон. То есть это такая более медленная медитативная практика. Это дыхание, связанное с движением, более... Пробуждение такое, да? Да. И для меня это было как медитация. И там еще между занятиями я старалась садиться и медитировать. Сейчас у меня есть такое, что после тренировки или рано на рассвете я могу как-то в покое посидеть. Но одну вещь я вам могу сказать, что иногда, чтобы медитировать, вам не нужно сидеть бесконечно. Вы должны попытаться каждое свое действие сделать медитативным. То есть больше прислушиваться не к мыслям своим, а к чувствам. Потому что когда мы закрепощены мыслями, нас они... уносят. Да, уносят куда-то иногда от нас же самих. А чувства, то есть как я себя ощущаю там на данный момент, да, и просто попребывать, послушать, понаблюдать. И тогда, возможно, вам откроются какие-то знания о самом себе. Потому что ты можешь отследить, ага, так, вот здесь у меня что-то зажало, да? Блок, да, то есть ты имеешь в виду и физический, как бы, твой план, и эмоциональный, я правильно понимаю? То есть ты именно сидишь и можешь прям просматривать свое тело, где тебе что-то горит, щемит, бьется, может, слишком быстро. Да, и на самом деле я вот заметила, и в любом направление, какое бы ты ни взял, будь то это боевое искусство, танец, йога, если ты делаешь это со спокойным сердцем, в мире с собой, и ты слушаешь себя и просто выражаешь, это и будет очень медитативным. Потому что иногда, опять же, я говорю, мы гонимся за формой, а содержание, оно теряется. То есть мы сами можем в наших силах, не важно, что вы будете делать, мыть пол, либо сидеть в лотосе, грубо говоря. Да. То есть это состояние хорошо практиковать не только там на рассвете или на закате. Да, так что я пытаюсь это принести в мою жизнь. Да, я правильно. Верю, что это необходимо делать. Верю. Смотри, Настя нам пишет. Я, когда была беременная, занималась тайцы. А в Пекине очень хочется повторить. Такая легкость потом. Вы стоите в дереве по утрам. Это, наверное, ваша какая-то фишка. Расскажи. Не, на самом деле, дерево — это такой продвинутый уровень. Ты вроде стоишь, ничего не делаешь, но там... У тебя, наверное, в голове там все сила воли, потому что ты как бы между небом и землей, да, то есть ты должен очень быть заземлен и спокоен, чтобы долго стоять. Это очень непростая практика. В дереве я пока не стою. А что значит в дереве стоять? Объясни нам. Как это дупло какое-то? У тебя ноги где-то на ширине бедер, на ширине плеч, и ты ручки держишь так вот перед собой и смотришь перед собой. А, то есть дерева как такового нету? Это как поза дерева? Ты сам дерево. Это ручки как в балете вот так получается ты держишь? Да, похоже, как шарик, а-ля шарик держишь. 20 минут сразу, очень нелегко. Ничего себе, 20 минут стоять, я с ума сошла первый раз однозначно. Дупло, я извиняюсь. Это на самом деле очень непростая практика, я уважаю. Молодец. Я просто представила, почему это какое-то дупло, которое тебе нужно искать в поле. И такое, наконец-то я могу постоять в дереве, садишься на этот пенёчек. На самом деле, можно обнимать деревья, что я могу сказать? Да, я,
кстати, тоже обнимаю деревья, да. Расскажи, расскажи, это очень полезно. Да, почему нет? Не, у меня связь с природой, особенно здесь, она полностью реализовалась, потому что я все-таки из города металлургов, индустриального, где много заводов. И так было много возможностей и финансовых средств путешествовать. И, собственно говоря, я поняла, что такое природа здесь. Я в Калифорнии объездила огромное количество горячих источников рядом с холодными реками. И для меня, знаете, как в сказках. Обычно Иванушка там прыгает из горячей воды. Да, там мертвая вода, живая вода. И я поняла смысл этого. То есть тебя и расслабляет, и тонизирует, и ты вроде и наполняешься, и вдохновляешься, и перезаряжаешься. У тебя все, вся энергия начинает вибрировать. Да, да, и природа, она неиссякаемый источник жизни. То есть ты можешь... как правильно же говорят, это полный перезагруз. Ты отвлекаешься от своих повседневных мирских дел и входишь в те же ритмы, что и природа. То есть ты... Поэтому я считаю, это важно вставать с рассветом или вообще хорошо до рассвета, чтобы было встретить. Да, особое состояние ума, и это тишина полнейшая, и это испытать, это большое счастье. Поэтому вот эта тишина может продлиться на целый день, и ты можешь очень много полезных вещей сделать для самого себя. Давай вернемся, да, в полезные дела ежедневные. А вернемся опять в модельную индустрию, да, то есть ты нам рассказала такую невероятную свою вот эту рутину, да, природа. Да. Боевые искусства, вот это все, твои способы медитации. Как это отражается, как ты думаешь, в твоей работе? Ведь все-таки все равно во время дня идут съемки. Да, расскажи. Я могу сказать, что когда я занималась усиленно балетом, и это можно было видеть в social media, у меня шли кампейны, где меня использовали как балерину. И для меня это было удивление, потому что я не профессиональный танцор. Иногда мы на себя накладываем границы, думая, ой, я недостаточно хорош. Поверьте, если ты это делаешь с душой, и обязательно это может пригодиться. Неважно, как, на каком уровне ты. И вот, как ни странно, меня стали букировать. Когда я занималась йогой, это были йога, йога работы, компании. Йога штаны. Да, балета. У меня реально было много балетных съемок. Да, и, то есть и до сих пор меня очень часто люди просят: Катя, давай балетные видео. Фотографы постоянно пишут. То есть это источник вдохновения для режиссеров, фотографов, стилистов. То есть хочет, опять же говорю, возвращаясь к той же теме, что уже просто красота не так интересна, интересно человек в действии, да, да, в каком-то своем эссенсе. Поэтому сейчас боевые искусства у меня, как ни странно, много, ну как много, были работы для Skechers, это кроссовки такие известные в Америке, где делают боевые искусства. В России, да, очень известные. Да. То есть где-то для парочки спортивных кампейнов. Ты танцевала, правильно, да? Я танцевала, либо делала боевые искусства. Понимаете? То есть у меня всегда идет интеграция. То есть нету такого, что это деятельность отдельно, я отдельно. У меня она как бы поддерживает меня по жизни, в первую очередь. Я не делаю это для того, чтобы... О! Посмотрите! Сейчас я сделаю такой трюк. Да, не ради внимания какого-то такого, да. Нет. У меня все-таки это как зов души. Я пытаюсь слушать, что мне интересно, да. И если мне это интересно, у меня сразу рождаются эмоции, впечатления,
И люди это чувствуют, и они тоже, им тоже интересно это становится. Они видят твою страсть к этому, они такие, блин, расскажи нам, покажи нам, а лучше на камеру. Да. И поэтому все одно поддерживает другое. То есть я верю в то, что даже если ты вкусно готовишь, понимаете? Делись этим в social media. Конечно. Мне очень нравится, как ты выкладываешь рецепты. Булочки. Я уже размечталась. Я помню, пирожки ты делала. Пирожки с грибами. Да, да, пирожки, да, да, да. Ты знаешь, кстати, они без яйца. Это было яйца. Они без яйца. Ничего, так что вегетарианское. Яйцо я ем, так что не переживай. Яйцо. А, яйцо кушаешь. Ну все, ну вот как раз. Да. Да. Я хочу так еще плавно, мы уже, у нас остается не так много времени, да. Так что, ребята, кто нас смотрит, если у вас есть вопросики, начинайте их писать, а я хочу вот опять же плавно перейти к твоей невероятнейшей экспрессивности в фотографиях. Вот если вы, ребята, глянете Кате в профиль на ее профессиональной фотографии, все-таки она, как правильно показала, не дива дивная такая, она вот действительно, ну, она, извини, она, при человеке нельзя, она говорит, ты, Катя, безумно живая, такая яркая, ты не стесняешься показывать свои эмоции на фотографиях. И я знаю, как человек, который живет в Лос-Анджелесе, там же, где Катя, что фотографы просто обожают Катю, и все, с кем я работаю, все всегда говорят, боже, Катя, Катя, Катя. И мне кажется, и вот скажи мне, если я права, что вот то, как ты смогла найти себя и продолжаешь, естественно, поиски себя, работаешь над собой, над своим внутренним миром, и позволили, и позволяют тебе вот так самовыражаться натурально и экспрессивно в фотографии, что очень многие девочки не могут, и многие девочки мне пишут часто, вот как научиться вот такой быть яркой и там... Выразить что-то, да? Да, вот расскажи нам, вот все-таки права ли я, или, может, ты, может, что-то добавишь? Могу. Давай, добавляй. Могу дать несколько даже советов, как... Давай. Научиться этой экспрессивности. Но сначала хочу заметить то, что я никогда не воспринимала мою ситуацию в модельном бизнесе как само собой разумеющееся. Я всегда благодарна за то, что мир интересуется мной. И каждый раз, когда я получаю приглашение на съемки, для меня это огромная радость. И когда я иду сниматься, работать, у меня приподнятое настроение, и уже есть вот это состояние креативности, да? Да. Но самое главное, вот как я ранее упомянула, команда тебе дает ключи к тому, кто ты будешь на этой съемке. И то, какое место, какой наряд, какой у тебя макияж, тебе создают определенные ощущения. И ты, вот лично я, становлюсь героем, да, я создаю человека заново, да. Историю, который, да. Да, и этот человек, он не может просто застыть, у него есть чувства, желания, эмоции, и как одна моя знакомая актриса сказала, ну, неинтересно смотреть на актеров, которым все равно. И вот самое главное, чтобы тебе не было все равно. У тебя есть жизнь своя, и у тебя есть еще обстоятельства. И вот они тебе даны, ты как вот в маленьком а-ля кино. И ты проживаешь каждый момент, каждое мгновение. И просто даже для самой себя ответить на вопрос. Мне интересно, да? А если неинтересно, то попытаться найти, как бы, да. Да, да, да. Потому что ждать, пока оно само придет, оно иногда не придет. Иногда тебе нужна зацепка. Поэтому, кстати говоря, про дальнейшее развитие. Вот актерская школа у меня, да, она мне тоже много дала, много инструментов о том, что может мне дать подсказки, какой у меня характер в данной роли. Это опять то же самое, какой, да, в чем одевается, что есть, если в сценарии какие-то зацепки, понимаете, мы собираем информацию. Здесь то же самое. Ты на съемочной площадке, у тебя, как правило, всегда тебе дается мудборд,
То есть, да, базовое какое-то, да. Вдохновение, ты такой, понятно, она такая, значит, лирическая сегодня, хорошо, она лирическая, то есть она не ржет вот так вот. Это не лирическая, да. Ну да, да, то есть более такая мягкая, нежная. Но иногда она может улыбнуться. Но опять же, я всегда себе говорю о том, что не надо ставить рамок. То есть, если у тебя пошло, чувствуешь, да, 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 да. Если оно пошло, пускай оно идет. Даже не надо бояться выглядеть глупо перед камерой, потому что это то, что нас останавливает. Пускай это будет выглядеть глупо, но не возьмут этот кадр, и все. Ты не будешь дураком, но ты выразишь то, что у тебя было на данный момент, вот эта яркая эмоция. И она может так сработать, и я вам 100% гарантирую, очень часто вот именно такие странные кадры их брали и ставили на обложку. На обложку, да, да. Да, это я говорю вам, человек, который 10 лет своей жизни, я не шучу, будучи в школе, я улыбалась только вот так. Стеснялась, да? Потому что, да, меня так дразнили за мои зубки, которые редкие, да? То есть они немножко пошире еще. Обложечные, но теперь уже обложечные зубки, да. И, то есть, я улыбалась только так, угу. И все, это был мой максимум. И когда я поняла, что можно улыбаться, и здесь вообще нету предела этой улыбки, и ты... Ну, а почему бы не улыбаться? Жизнь прекрасна. Знаете, как Фаина Раневская сказала, ну, зачем же жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, плохое настроение и жадных мужчин? И что она гениально сказала, да. Пункта. Правда, вот это вот по поводу веса еще хочу сказать. Многие девочки боятся, вот у меня недостаточно там худая попа, недостаточно тонкая талия. Недостаточно, понятно, недостаточно, нас... недостаточно, да. И понятно, что у нас есть какие-то там предпосылки, и в нашем видении это не работает, но я вам хочу сказать, я заблокировала самые свои большие работы, это American Eagle Airy, когда я была... ну, грубо говоря, и с целлюлитом, и с попой. Я не говорю, что не надо заниматься. Надо заниматься. Но иногда мы себе картинку создаем и хотим действовать только в ней, да? Но, тем не менее, самые большие гонорары я получила за свой жирок. Извините меня. Понимаете? Вот так, да. Не надо себя ограничивать. Не надо себя ограничивать в том плане, что вот я чего-то недостойна, я недостаточно хороша. Работайте с тем, что есть на данный момент. Ну, вам кажется, что где-то внутри совесть подсказывает, а, чуть-чуть я так тут разъелась, да? Да. То есть не надо себя самобичеванием отпускать, да. Да, просто начинайте работать спокойно, но главное — хорошее настроение, позитивный настрой и вот эта вот открытость к миру, потому что очень часто мы можем быть очень красивыми внутри, но мир даже этого не увидит, потому что мы не позволяем этому пробиться. Да, и зачастую наоборот. Человек может быть безумно красивым снаружи, но абсолютно пустым внутри. Так что, да. 100%! Поступил вопросик. В Россию не планируете вернуться? Честно говоря, мне так здесь нравится. Ну как, скажи про свои отношения с Россией сейчас в принципе. То есть как давно ты там была? На данный момент я уже не была в России 2 года. Для меня это очень много, потому что раньше я ездила туда-обратно как сумасшедшая, можно сказать, каждые 2 месяца. Угу. И в какой-то момент я поняла, что если я хочу, ну, построить карьеру здесь и... как-то развиваться, я не могу разрываться между 2 странами, тем более, что в России, честно говоря, у меня никогда не было, не было ощущения, что мой типаж... Ну, как бы платформу ты не нашла для да, себя. Да, да, да. То есть, чем мне нравится Америка, она больше открыта к diversity, то есть ты можешь... быть тоненьким, потолще, там, с зубками, без зубок, грубо говоря, понимаете? То есть есть... С ушками, с рожками, неважно. Да. Интересно, им нравится, да.
То есть здесь есть открытость к разным идеям, к разной внешности, ну, если говорить про модельную индустрию, да даже просто про бизнес, здесь решения принимаются намного быстрее, и рынок более, как говорится, продуктивный. Голодный и голодный. Постоянно идет какое-то движение, нету застоя. Продукт не пошел, все, закрылся магазин, все, следующий, да? То есть здесь есть плюсы и минусы, как бы определенный уровень поверхностности, но тем не менее здесь есть вот это, как ты говоришь, платформа, и есть возможность как-то себя доносить. И развиваться. И да, развиваться, да. И, конечно же, Лиза, ну чего греха таить, мы любим эту океанскую жизнь, понимаете, когда... Сочи! Сочи! Я тем более ценю, потому что, опять же, я говорю, я из небольшого города, где нету чистых рек и водоемов, а здесь я поработала, захотела, поехала в горы, в снег, захотела, окунулась в океан, понимаете? То есть да. Мне нравится то, что ты, у тебя есть связь с природой, и ты можешь работать. Для меня это как вот, то есть получается, ты свою батарейку... энерджайзер ты тратишь, ну и заряжаешь ее, да. Не отходя от кассы, как говорится. То есть это все очень мне импонирует здесь. Ну, конечно, моменты ностальгии есть. Конечно, да. И я даже стихотворение написала про Россию на днях. Да, надо выставить, почему ты... Давай выставляем, мы все почитаем в твоих... В инстаграмчике в твоем. Да. То есть я подумала, ну что для меня действительно Россия, и как я ее сейчас чувствую. Да. Да. То есть когда-нибудь я обязательно буду чаще там находиться и приезжать, и тоже делать какие-то проекты. Мне очень хотелось бы даже попробовать в русском кино посниматься. Вот. И тоже мы же не стоим, Россия тоже развивается. Да, поэтому, да. Кто знает, может быть, тоже будет огромный сдвиг в плане профессиональной сферы, как модельной и актерская сфера, потому что сейчас как уровень организации здесь и там, это как небо и земля. Все-таки здесь больше уважения к артистам, больше уважения к твоему труду, и тебя не может это не... Привлекать, да. Да, то есть вы уж простите, но... Пока что нет, да, да, пока что еще не возвращаюсь. И вообще, ты знаешь, мне кажется, вот то, чем я потихоньку начинаю заниматься, вот я 14 лет прожила в индустрии и накопила сумасшедший опыт, и я вот сейчас начинаю потихонечку этот опыт как бы возвращать. То есть я начала строить коннект со своим русским зрителем и начинаю все свои знания как бы возвращать на родину. И мне кажется, возможно, это то, что и ты в свое время сделаешь, ты когда-нибудь вернешься уже с этим невероятнейшим опытом, да, и поделишься с ним вот молодыми девочками, как ты сейчас, например, делаешь, вдохновляешь уже потихоньку новое поколение. Лиза, так, ты меня как вдохновляешь вообще. Ой, ну все, мы друг друга, да, да. Уже много мне лет, так нравится, кстати. Нравится, как ты коммуницируешь с подписчиками, это твое уважение, ты вот как ты любишь все-таки нашу родину. Это... Я очень, да, конечно. Так, будучи здесь, ты делаешь вообще чудеса, молодец. Спасибо. Молодец. Так, Катюш, у нас ровно минута осталась, давай нам пожелания молодым девушкам, которые вот нас сейчас смотрят и вот на неком пути жизненном находятся. Да. Главное пожелание — не бойтесь слова «нет». И если вы вступаете в профессию модели, знаете, что это просто часть нашей профессии — слышать слово «нет». Вы не представляете, сколько раз я эту фразу слышала. Катя, нет, ну ты, конечно, извини меня. Нет, да. Поэтому это самое главное пожелание. Пусть вас не останавливает мнение других людей. Если у вас действительно есть страсть к чему-то, двигайтесь. И неважно, какого вы размера, цвета, да, несите свою миссию, идею, любовь к делу. Это самое главное. Если вы любите свое дело, то вы достигнете успеха, вы будете притягивать правильных людей, и кто ищет, тот найдет. Да.
спасибо. Стучите, двери отворятся. Правильно, все, спасибо большое, Катюш. Спасибо, мы со всеми прощаемся.